Вот так бодро начались репетиции торжественного парада ко Дню Победы. Елена Милюкова в рядах участников. После начала пандемии это их первое полноценное шествие на площади. Не растерять навыки, по словам Елены, помогли репетиции, которые она и ее коллеги проводили в перерывах между работой. У нас есть место, мы там занимаемся, нам НИФАС позволяет немножко, ну постоянно ноги болят в конце смены. Ноги болят, ну тяжело маршировать, тяжело. Во-первых, мы не мужчины, во-вторых, за такое короткое время, чтобы идеально прошла вся коробка, это стоит трудов. Елена участвует в парадах уже около 20 лет, и таких ветеранов здесь немало. Впрочем, есть и новички, для которых предстоящее шествие – волнительное мероприятие. До 9 мая чуть больше недели, поэтому освоиться им необходимо в короткие сроки. Начинаем репетицию в плане того, что начинаем хотя бы давать какие-либо азы по парадному, что такое строевой шаг, что такое строевой смотр, что такое командиры коробок, потому что учебное заведение как бы мало с этим знакомо на данный момент. Ну, а дам должен очень быстро учиться, очень хорошо, очень способны. Впереди участников торжественного парада, а их более 200 человек, ждет несколько дней репетиций. Ведь к 9 мая 14 отрядов должны будут все основные команды знать на зубок. Александра Котикова, Азат Давлетшин. Время новостей.